Без помощи магии учащийся лицея номер 22, высокая успеваемость. А вот Новый год без волшебства никуда. Дед Мороз и Снегурочка заглянул на минуту на торжество. Но, несмотря на зимний праздник, главным в лицее остается все-таки директор. И поэтому слово ему. Только за 4 месяца мы с вами показали 73 лучших результата в районной олимпиаде. 73. Мы приумножили прошлогодний результат. Возьмите в следующий год мечты, которые не сбылись, в том числе по заснеженным зиме. И пусть в следующем году эти планы, эти мечты обязательно исполнятся. Мы друг другу в этом поможем. С наступающим годом! Андрей Копцов выразил слова благодарности не только педагогам, но и поварам, уборщицам и всему коллективу лицея. Для разогрева номера художественной самодеятельности. А вот потом музыкальный сюрприз. Скрипичный концерт в исполнении профессионала Сергея Черного стал последним своеобразным аккордом уходящего года. Это пятиструнная электроскрипка фирмы Yamaha. Вот обычно на скрипке 4 струны, но этот инструмент он индивидуальный. Сегодня будет формат кроссовер-концертов. Я хотел бы совместить разные жанры, так как программа называется «От классики до рока» и «Музыкальный город». Мы разделили районы каждого города на отдельные жанры. В исполнении скрипача прозвучала классическая поп- и рок-музыка, мелодии из кинофильмов и спектаклей. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, новости из Крывэкт.